Всем привет, вы на канале Play Anna. Сегодня мы будем продолжать проходить Roblox. Препятствие. Тут мы будем сейчас прыгать по черным кубикам. Ой. О. Опускаемся. Теперь тут какие-то таблетки. А, я поняла. На красный нельзя, наверное. Ну, будем прыгать, значит, по белому. Вот. Ой. А это думаю, ну все. О, прошли. Теперь тут надо, наверное, отгадать, в какую идти. Да. Идем в синенькую. Теперь в розовенькую. Опять в розовую надо. Так, значит, здесь идет. Идем в синюю. В розовую, в розовую. Ладно, значит, идем в синенькую. В розовую, в розовую и в синенькую. Теперь проходим тут. Нельзя на красной полосочке попасть, наверное. Да. А здесь надо, наверное, прыгать и не на крестики эти светло-зеленые не попадать. Да это проще простого. Теперь проходим тут. О, прошли. А теперь на красные кубики надо наступать. И не попасться на коричневую, на коричневый фон. Какие-то прямоугольники. Ой, на синие полосочки нельзя. Вот так, значит, прыгаем. О, теперь тут разноцветные какие-то прямоугольники. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый и фиолетовый. О. Теперь синяя полосочка, нельзя попасться на зелененький прямоугольник. Это не сложно. Теперь разноцветные прямоугольники опять. Что здесь одни прямоугольники? О. А это похоже уже на какие-то конфетки. Сосательные. Вот так проходим. Опять прямоугольники. Розовый, бордовый, розовый, бордовый, розовый, бордовый. Все, прошли. Теперь так внизу. Бордовый, розовый, бордовый, розовый, бордовый, розовый. О, прошли. Здесь найти синенький нельзя попасться. А, проще простого. О, вот так. А здесь надо по этим прыгать? Нет, обходить. А я что-то подумала, что прыгать надо. Вот так. Прошли. Теперь по зеленым кубикам прыгаем. Вот так. А здесь уже какие-то квадраты, разноцветные, бежевый, можно сказать, и оранжевый. О, вот так. А здесь надо отгадать, только не это.
такого, нет, да? Просто не надо. Не отгадывать надо все-таки. Так, сейчас будем, значит, вот так вот. О! Прошли. На красные полосочки нельзя. Да. Синенькие кружочки. Голубой и синий. Вот так. О! Здесь надо проходить и не задеть стенку. Да. Я только что дотронулась и это. Ой. А здесь на красненький нельзя. Да. Вот так. О, разноцветные шарики, прям цвет радуги. О, и победили. Теперь надо побежим прыгать. Что? Я только что ничего не поняла. О, вот так. А что такое, что набежала, наступила и умерла? Ой, погибла. Я только что ничего не поняла, что произошло. Ну ладно. Вот так вот прыгаем. Шу! Это долгое испытание. О, сейчас точно пройдем. Вот теперь вот так. А что такое? На бежевый нельзя. О, наконец-то. Теперь прыгаем по розовым шарикам. Вот так вот. Фуф. Прошли. Теперь такие крестики какие-то разноцветные. Ой, наверное, на красный нельзя попасть. Вот эти вот штучки. Вот там вообще девочка с питомцем. Ладно, проходим, значит. Нет, 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 я тебя хочу обогнать. Ой, она там упала. Теперь опять какие-то... Я не знаю. Кругляшки. А форма похожа на торт. Зеленый цвет и желтый. О. Теперь опять прямоугольники. Только уже бирюзовый какой-то, я не знаю, как это сказать. Это синий-бирюзовый, нет, голубой, смешанный, наверное, с бирюзовым. Разноцветные квадраты. И желтые квадраты и какая-то
полосочка черненькая. На нее точно нельзя. Здесь вообще проще просто проходить. О, мы вон там вот внизу были. Теперь проходим здесь. Палочки уже. Ну хорошо, что палочки, а не прямоугольники. Теперь квадраты. Зеленые и желтые. Прыгаем и проходим. Ой, это... А теперь квадраты начались. Квадраты голубые и розовые. Вот. Ой, а здесь, наверное, очень. О, прошли опять квадраты. Теперь у нас зеленый и оранжевый, но не зеленый и желтый. Вот так. А здесь нельзя вот на беленький наступать. Вот так вот проходим. О, теперь опять квадраты. Бордовый какой-то и синий. Вот так. О, мы на третьем этаже. Сейчас будем. Синие квадраты опять. Теперь у нас опять квадраты. Красный как... Не, это опять какой-то... Не, оранжевый больше, наверное. И желтый. Вот какие-то опять круглые... Штучки, похожие на форму торта. Вот полосочка фиолетовая. Я когда препятствия эти проходила, я очень долго их проходила, потому что я тогда в Roblox только начинала играть. Я не знала, как это, я поэтому очень долго проходила одно препятствие, может быть. Ну, в общем, долго. Вот опять разноцветные шарики. Вот так вот проходим их. О, опять шарики. Голубой с оранжевым. Вот сейчас проходим. Еще раз пробуем. Я смотрю, я долго в Roblox слишком не играла. Я теперь и не помню, как эти препятствия вообще проходить. Теперь по фиолетовым прямоугольникам. Ну, и белый один. О! Теперь кружочки зелененькие.
кружочки опять какие-то бирюзовые с синим. С синими полосочками. В общем, я так и поняла. Сюда наступать, наверное, нельзя. Теперь белые полосочки, а на красные прямоугольнички маленькие наступать нельзя. Вот так вот. Какие-то, я не знаю, прямоугольники большие. Может, какой-то болотный цвет с фиолетовым. Вот. А здесь у нас белая большая полоса. И нельзя, наверное, найти вот какие-то желтенькие полосочки наступать. И вот здесь вот так же, только уже какие-то, я не знаю, как шарики надувные. Вот. Теперь еще какие-то уже прямоугольники с квадратами. Вот. Такие вот. Ну и на этом все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!